Хей, hey, йоги, с вами Шмики, мы продолжаем родить игру под названием Steam World Dig 2. Окей, полетели, мы с вами спускаемся вниз к главному, так сказать, секты. У нас есть способность теперь больше наносить урона врагам. У нас также присутствует сейчас спелл. Воу, что-то я немного заглупил. Заглупил и затупил. Так, спускаемся. Да, хп у меня не полный. Так, и врата, опа, тихо. Сразу возвращаемся, чтобы сохраниться, во-первых. Ну как, оно сохранится и так. Ну и вот так лучше. Сразу закинем шматю. Короче, собираем, ребят, мы с вами косарь денежек, чтобы, так сказать, поднять уровень кирки. И скорее всего это будет последний уровень. Конечно, это не точно, но кто его знает. Лично я не знаю. Ладно, побежали в эту сторону. А вот это здоровый бассейн. Расплавной руды. Эта секта и вправду помешана на этом. Так, все. Конец света, огненные реки. Я расплавлюсь, если попытаюсь перейти здесь. А может, сунешь ногу и посмотришь? А, там не может быть настолько горячо. Да, тут нужна невосприимчивость. А вот если бы ты была такая же крутая, как я, могла бы просто перелететь через эту штуку. Подожди, это ты сейчас намекаешь на что-то, то, что мне нужно будет, да? Ага, окей. Давайте туда, значит. Ну, я просто сюда никак не... Хотя, подождите. Через верх. Ай. Мы просто уже с вами такое дело... А, там, я понял. Я понял. Но мне нужно анивей вниз, так? Еще один бесполезный рычаг. Мне кажется, нужно сюда попадание питанием. Да, я вижу. Эта жаровня должна сработать. Да, нужно только как-то ее поджечь. Ну, поджечь, значит, с другой стороны где-то должно быть пламя. О нет, тихо. Не так-то просто. Ну, это понятно, что мне в эту пещерку. Ну, хотя... Давайте, наверное, пойдем. Станция внутреннего сгорания. Ого. А что это за красное пятнышко? Великий пророк. Кто посмел представить перед очи великого пророка-разрушителя? Эй, я знаю этого парня. Это он принес меня в тот другой храм. Путеводный свет. Что ты делаешь в компании этого никчемного бота в моих храме? А где Расти? Что ты с ним сделал? Как было предсказано мной, Расти-разрушитель устроил большое землетрясение и бросил ваши бренные оковы. Он дал нам машину Рока, а затем покинул нас. Его пути неисповедимы. Я должна обезвредить эту штуку. Да, скажи нам, где скрыта машина Рока, и мы взорвем ее. Ах, путеводный свет. Какое падение. Я не позволю вам испортить наш прекрасный апокалипсис. Ну, я ж могу, по идее, могу. Значит, no problem. Ай. Ну, это на всякий случай. Блин. Да ёлки-палки, я просто получаю...
получаю урон, а то, что он просто кастует. Да что ты сюда используешь огонь? Выше бери. О, спасибо. Это на всякий случай. О, чувствую, он разозлился. Ах, одна тычка. Ха-ха, то есть, вот не остановить Грищ, большое землетрясение. Машина Рока в безопасности. Нам всем конец. Так, спускается лава. Окей. Но у меня все равно ХП есть. Поэтому нормально. Ладненько, вниз. О, машина. И что за способность? Пламенный топор. А, смотри, у меня кирка начинает гореть. А, то есть я теперь могу их поджигать. И все. Я думал, мне полет дадут или типа того. Ну, ладно, так, ну ладно, такое. Такое себе. Такое себе. Мне нужно будет его потом снова ударить, чтобы он обратно путь. А хотя. Я. Ну да, это логично. Ладно. Ай. Иди дальше. Иди дальше, иди дальше. О боже. Как же это сложно. Мне нужно его довести туда, потому что там камень, который я могу сломать. Давайте дальше. Ладно, ударный молоток. Так я быстро их шестеренки теперь ломаю. Так, смотрим. Да, зачистил я. Что у нас выходит? Я могу теперь... Опа! А, я по лаве купаться не могу. Сори. Но у нас там есть робот, которого я могу сломать. Ну, типа, вывести, чтобы он шел вперед. А, я могу эти поджигать. Хорошо. Это одна из трех. Все стало на свои места. Все стало на свои места. То есть это не та, которая мне нужна. А где та, которая мне нужна? Окей. А, снизу, наверное. А, ну здесь я ж не пролечу. Я не буду рисковать, нахер надо. Короче, давайте тогда вспоминать, где у нас что. Да я понимаю, что мне туда вниз нужно, но... Как она сказала?
Мне нужно с чем-то, ну, с помощью чем-то вот-то перелететь. Как вариант, что я могу сделать? Сейчас мне только это посмотреть нужно. А, там у нас ничего такого нету. А вот действительно, там с правой стороны... Вот. Вот оно. Это место. Вот это место. Только я помню, с другой, да, стороны еще что-то куда-то там летел, смотрел. Или это оно есть? Да нет, вон это место, которое мне нужно сломать. Но я не знаю, как туда попасть. А, не, знаю, через низ. А вот как через низ попасть? Это... Хотя... Знаю. Урон не так, не такой уж сильный, поэтому так можно пройти. Но только перед этим спуском лучше сначала сходить, сохраниться на поверхность. Продать камень? Давайте продадим. Я просто не знаю, что меня там ждет внизу. Опа, тихо, диалоги пошли. Ты говорил с этой чокнутой профессоршей, которая ракету строит? Говорит, она у нас только кучу денег и все их тратит на ракету. Вот прям некуда больше. У нас в деревне тоже были такие ракеты строили. Может, что-то тут затаивается? Ты как думаешь? Оно, по-моему, это самое красивое. А ношу той из целовесной башни мастерили. Чё? Че, блядь? Ладно, отлично, уже... Да, я дам тебе еще. Да-да. А ты бывал в храме за старинными равнинами? Эти развалины слабо изучены, храмы всегда были очень коварен. Мой коллега Рональд Хоббот был единственный, кто рискнул в этом. И что с ним случилось? А у него, похоже, было какое-то жуткое видение о конце свете. Он обосновал в храме, начал собирать вокруг себя безумных ботов. Могу только так предложить какие-то вещи за та-та-та. Потрясающе! Это то, что я думаю? Как? Как у тебя удалось раздобыть пламенный топор? Невероятно, его так прятали где-нибудь в восточном храме? Про него писали в каком-то из моих журналов, но что такое существовало в реальности, я просто поверить не могу. То есть, очень здорово. Ладно, наверх профессорша я не буду, наверное, идти. Хотя, можно залететь. Эта тупая секта прячет какую-то машину с судного дня. Это из-за нее земля трясется, ржа ее. Эй, ну-ка там, это точно не наша проблема. Нельзя же ждать от мэрии, чтобы ты разобралась со всеми так концом света. Моя задача отправить ботов в шахту и получить драгоценные камни и налоговых шахтеров облагать. Ты тут за все отвечаешь, тупица. Занял должность, теперь разбирайся. Эй, а девчонка ж уже была в храме. Она может сходить туда еще раз и отключить машину. А нет, машины нет проблем. И не забывай приносить новые драгоценные камни. Ладно, давайте так уж и сходим сюда. Да, профессорша. Сектор прячет какое-то устройство, способно вызывать землетрясение. Когда следующий шаг обезвредить это устройство, это может остановить землетрясение. Да, уничтожить это я люблю. За делом. Возможно, мне придется достроивать ракету. Привет. Ты уже видела новую ракету профессорша Шермана? Красавица. Да, впечатляет. И абсолютно надежно. Я уже ей полагал с расчетами. Чтобы запустить такую махину в космос, нужно много усилий. Все нужно просчитать до тысячной доли.
Я хочу сказать, по сути, эта ракета — это огромная бомба, согласна? Мне нравится, к чему она клонит. Может, попросим профессора дать покататься? Может, позже, Фен? Окей. Ты мне ничего не хочешь рассказать? Хорошо бы... Так было бы все-таки найти того парня, что спас твой городишко. У меня тогда не было дел в ваших краях. Когда ты говорил, его зовут Страсти или нет? Здрасте. Так ведь, да? Расти. Ну да, точно. Так что он одолел огромного монстра в шахте? Да без всякой помощи? А когда все закончилось, просто исчез. Ну что ж, крошка Дот, удачи в поисках. Надеюсь, он живет так. Жив и здоров, ты его найдешь. Ну-ка, хочешь? Так, сколько? А, не сейчас, я думаю. Извини. Походу, мы сейчас отправляемся разрушать машину судного дня. Ну чё, А, тихо. Немножко не туда. Давайте тогда, поехали. Так, эта херовина открылась, и можно прыгать. Хотя, я думаю, лучше спускаться... Да, по стеночке. Сокровищница Рональда. Вход разрешен только прислужникам уровня 4 и выше. Не, это 6-го. 6-й. 6-й. Или 4. Не, это 6, это 6. Использовать. Опять это кристаллы. Не вижу никаких жаровень. Они где-то внутри этого проклятого храма. А вот машина Рока здесь нет. И я хочу уничтожить эту штуку прямо сейчас. Так, хорошо. Значит, нам нужно где-то искать внутри храма. Хотя давайте с этой еще стороны чекнем, что здесь. А, это просто с другой стороны спуск, я понял. Ну... У нас больше нет вариантов, идем внутрь. Машина судного дня. Эй, все. Хи-хи, круто было. А да, теперь эта штука выглядит безобидной, правда? Тут соединены частицы робота и векторно. Зачем Расти построил такой механизм? Ты слишком много думаешь, а больше взрыв, меньше слов. Нам нужно вернуться в Оазис и сказать Розе, что устройство обезврежено. Ну, знаете, мне... Мы такую штуковину уже ломали. Как-то быстро. Так, а с вот этим вот мне интересно, серьезно. А где тогда жаровни? Получается, мне жаровни еще нужно будет найти эти. Скорее всего, они сверху там где-то находятся. Роза против, чтобы я ходил в шахту и резал всех, кто попадется. Правильно делает. Но мне нравится резать. Тык-тык. Ну что, приплыли ботинки. А, надоели ботинки. У Клео в горле пересохло, Клео больше не хочет ждать. У Клео планы, Клео отсюда убежать и больше не будет ловить ботинки. Ладно. Тупое ведро. Клео, тебе сейчас как... Нападаст, что глупости не говорила. Клео скоро уйдет, тут будет... Так, буза закончится. Буза. Видели тех тварей в туннелях? Из них выйдет отличный шашлык. Только надо их... помариновать в бузе. И можно устроить отличный пикник. Так, бабулька-взрываха. Достала шаркать тут тукома. Так, пора повышать отсюда и повзрывать эти землетрясения. И лес с этого... Так, этого тоже. Сейчас вот глотну только еще чуток бузы и свалю. Нам удалось обезвредить ту штуку, что вызывает землетрясение. Отлично, мы молодцы. Мы справились. Да, круто. А вот Расти пока не видела. Если тут штука под названием Векторна его изменила, может он там внизу, в его останках?
Эта машина Рука и вправду частично состояла из технологии Векторна. Ой, нет, я знаю, о чем ты думаешь, я не хочу туда возвращаться. Ты не знаешь, каково это там, когда у тебя своей воли нет. Я уже столько так прошла, я не могу все бросить, Фен. Ты мне просто вход покажи. Почему? Почему нельзя просто пойти и взорвать что-нибудь? Он одолел Векторна, Расти спас нас. Я тебе помогу, но когда мы выйдем... Так, войдем в Верн, я больше не помогаю. О, так мы с вами как раз это, ребята, копали туда. Ха-ха. Хо-хо. Хо-хо-хо. Стойте, так, а здесь все, да, мы исследуем? Сейчас я в одну вещь чекну по-быстрому. Так, и, а там, короче, с правой стороны внизу есть проход, и я хочу его посмотреть. Ай, вот это вот место. Открытая секретная зона. А, это просто секретная зона. Окей. Склеп тайн. Ясненько, понятненько. Так как у нас есть карта, довольно все просто. Так, там тупик, хорошо. Сверху тупик. Я не знаю, может здесь есть секретные эти проходы. Или же нету. Я тебя понял. Если я хочу туда попасть, мне... Стоять, вернемся. А, точно, ладно. Так, 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 так. Здесь тупик. Ух ты ж, ё-моё. Ну это тоже просто. Это легко. Опа, 50 денежек, это неплохо. Так, а теперь объясните мне что-то как. Что-то я не врубаюсь немного. А, то есть... А, я так не успею, слушайте. Я даже крюк не успею использовать. А, так тут есть секретный проход. Ну, тогда успею. Плюс еще 50. Это у нас уже соточка подъехала. Ага. Ага. Да. Ух, щет. Оп. Теперь какие-то пароли. Забудем. Мудрец. Сразу открою. Угу. Готово. Изи бризи. О, так тут машина улучшения. Это еще круче. Что по улучшениям?
Гранатомет. Удержите, использовав бомбу. Подожди, да. Даже так. Не сказал бы, что так плохо. Впереди призрачная стена. А знаете, вот в чем прикол? Смотри, впереди призрачная стена. А знаете, на что это может быть отсылка? А, на Dark Souls. Знаете, бывает, игроки пишут, оставляют на записи, типа, спереди, типа, даже так. А, плевать. Старый неоткрытый, так, приглашение. Типа, спереди стена, игрок этому верит, он начинает бить эту стену, а она не призрачная. Типа, ха-ха. И считай ГГ. Та ёлки-палки. Ёлки-палки, палки-ёлки. Так. Ай! Ай. Ой, блин, нужно же не забывать то, что если я сдохну сейчас, то это ГГ. Заново. А заново я не хочу. Так, ладно. Ну, блин, ну, нужно расход поменять немного. Слишком большой расход. Такое. Только сейчас еще сдохнуть могу. Ненароком. Ненароком могу и сдохнуть. А мы здесь тоже были. Здесь мы тоже с вами были. Зачем я сюда пошел? Го возвращаться по-быстрому. А, мне нужно этот использовать. А я не заберусь, ё-моё. Ё-моё, мне хп мало. Мало. Ладно, я сейчас зайду с этой стороны. Я не помню, где тут проход. Здесь, да? Да, хорошо. Отлично. Ладно, давай дадим тебе. А, так, просто боюсь, что остальные нытики испугаются, ясно? А не знаю, о чем он, блин, я просто думаю, что это обычный диалог. Улучшить. Кирка. А, все, максимально. Эксперт Кирка. Образцовая кирка. Идеальный вес, ощущение, что она самая. Так, самокопает. Все. Давайте по шестеренкам, что там. Улучшенная аэродинамически ускоряет работу. Ставим. Улучшает урон. Ну ведь зажигай. Вы понимаете, она лучше, когда горит, потому что... Почему? Потому что доп урон, то есть я могу быстрее убивать боссов.
А, я вспомнил, тихо. Нет. Давайте. Или давайте лучше закончим, потом пойдем сюда в опасное место. Да, там же. А, нет, мы спускались вниз. Ладно, давайте еще немного спущусь. Там же есть выход. А, да, вспомнил. Вспомнил. И все. Я вспомнил. Да. Ну, тогда, ребят, нам придется сейчас летать в местах, где были роботы. Потому что я лично не помню. Где они были? А, вот здесь точно. Здесь парниша мне перекрывал проход. И там у нас этот был. О том, о чем мы с вами говорили. Блять. Еще раз. А ну мы просто сейчас закончим серию, и я после пойду дальше. Уже в следующей серии. Ну блин, давайте еще два раза попытаюсь и все. Я понимаю, что я потом, скорее всего, получу полет, так как они уже спалили информацию, что у меня будет после. О, тихо. О, все, все изи, ребят. Странный камень. Скорее всего, это отсылка к Final Fantasy. Давайте, короче, наружу. Так, отхилились. Сюда. Сейчас я быстренько читаю описание предмета. Что новое я получил? Тоже было. Гранатомет, удержите гранату, так. Взвейтесь кострами, бочка с бензином. Вот это вот мне интересно. Акулий зуб Гинцу хорошо режет, плохо чистится. Страшный сон стоматолога. Список дел фанатика из культа Рока. Найдите божественного воплощение уничтожения. Готово. Составить схему организации культа. Готово. Заменить исправившегося человека совета. Готово. Выслушать требования божества. Готово. Обезглавить старого идола. Готово. Купить молоко. Еще не знает. Наладить... Так. Паломничество. Готово. Приготовиться к концу света в работе. Ой, я слышу одно из четырех животных, говорящие как бы... громовым голосом. Пила Халокац. Каца. А популярная бренд техасских модных аксессуаров, мое сердце распилило надвое. Халокац это, скорее всего, Халокица или Халокица. Есть такой бренд игрушек. Это тоже отсылка на старые неоткрытые приглашения. Надежды и мечты, собранные под... Так. Подшиты... пронумерованы. Так, пылятся в забвении. Это нелегко принять. А, странные камни. Странная форма напоминает мне то около пульсирующую туманность, не то поющих хор. Не может взять нужную ноту Винни Звезды. Подожди. Винни Звезды? Ну блин, я не знаю, но по сути это либо из Final Fantasy эти кактусы. Скорее всего, да, из Final Fantasy. Либо это из Марио Холмы. Хотя нет, быстрее всего это из Final Fantasy. Ладненько, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.